Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как разблокировать блок Mi-97 и кодировать отклик педали газа через VDAMU на этом блоке. Мы работаем через OpenPort, ссылка в описании. Открываем VDAMU. Вот уровень доступа 9. Нажимаем ИКУД. Выбираем CBF файл Mi-97. Нажимаем «Подключиться» к блоку. И сейчас доступ к блоку закрыт. Всем спасибо и удачи на дорогах!